Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. У нас сегодня интересные покупки в Wildberries, Озон, Рандеву. Итак, поехали. Еще одна покупочка в Wildberries – это губки меланиновые. Я что-то давно их не приобретала, забыла про них. Взяла самый бюджетный набор. Здесь 12 штук получается. Стоил он, мне кажется, рублей 100. Что это вообще такое? Сейчас распечатаю, расскажу. А вот тут открывается. Губки по типу ластика, которые, когда вы что-то ими трете, стираются. То есть они прям стираются, стирая вместе с собой грязь. Очень удобно. Они стираются, то есть достаточно быстро. Не надо ждать там от нее чуда, что вот эта губка, она там вечно. Нет, они стираются практически моментально, но оттираю при этом практически все и вся без применения каких-либо чистящих средств. Мне очень нравятся поверхности какие-то там. А, помню, раньше любила... На другой квартире, сейчас у меня на кухне нет плитки на фартуке, плитку вот от жирных вот этих капелек, прям моментально, идеально, вообще все супер. Многие, знаю, любят пуховики обрабатывать, вот рукавчики, там горло, что-то еще, прям на ура вообще все загрязнения съедает. Кто-то говорит, что они вредные, я ничего плохого в них не вижу, мне очень нравится, это облегчение быта для любой хозяйки, поэтому решила заказать, потому что за 5 минут можно все очистить. Покупочки Wildberries, это очень интересные, девчонки, разделители. А перегородки для полок холодильника. Ну вот где соусы стоят, бутылочки там. Сейчас все открою, покажу. И вот такой вот Ксюшки дневник к школе. Красивый, лаконичный. Смотрите, а тут он сиреневый. А листы у него, по-моему, желтой бумаги, но все равно он нам понравился. Сейчас покажу. Как выглядит дневник. Он такой мягенький, кожа не кожа, но такой материал очень приятный. Обложка толстая. Так он выглядит на развороте. И такие чуть-чуть желтоватые, да, странички. В целом, обычный дневник. Полезности тут есть, да, тут есть склонение, в общем, подсказочки всякие есть. Красивый, мне прям понравился. Еще закладочка тут есть, что тоже очень удобно, такая она тряпочная. Красивый. Разделители 4 штуки в комплекте. И сейчас будем вместе с вами, не представляю, как их ставить, будем делать вместе с вами. Показываю вам полку, да, меня прям бесит, что соусы все, вот майонез, кетчуп, горчица там и так далее, они валятся. Сейчас будем пробовать вставлять. Они, кстати, раздвижные, универсальные. Видите, то есть, в принципе, под одной рукой не очень удобно ей делать. Она вот так тут ездит, эта штучка. В принципе, под любую ширину полки подойдут. Смотрите, вот так это выглядит. Они раздвинулись у меня на всю ширину полки. И с помощью вот этой штучки они надеваются на саму полку. Теперь все расставляем. Ну, вот так это в итоге выглядит. То есть, ими можно вот так все подприжать. И все вот эти вот баночки, которые обычно валятся, будут стоять очень плотненько и хорошо. Слушайте, мне понравилось, удобно. Заказ с сайта Рандеву. Вот такой вот интересный аромабокс, который очень давно хочу попробовать. Сейчас он как раз был по скидочке. Это Дольче Габбана номер 9. Здесь, девочки, 8 пробников с распылителем. И я уже все их протестировала. И что хочу сказать. Я люблю Дольче Габбана ароматы. Они настолько интересные, настолько... Многогранный мне нравится. Вообще, моя любовь – это императрица. Обожаю. Кому нравится, тому понравится этот аромабокс однозначно. Как всегда, скидку, промокод на скидку 10% оставляю в инфобоксе. Ссылочку тоже все оставлю. Аромабокс – это классный формат. Попробовать ароматы, потестировать, поносить их на себе, посмотреть, подходят ли они вам, как раскрываются именно на вашей коже, и выбрать любимчика и заказать уже потом полноразмерку. Что хочу сказать. Мне понравились все. Здесь есть у Дольче Габбана какая-то такая общая нотка. Очень интересная, очень вкусная, дорогая, красивая. Но каждый по-своему достоин внимания. Light Blue, я к нему как-то вот равнодушна, совершенно равнодушна, хотя он имеет место быть на лето. Первый аромат, который называется Dolce, он вообще классный. Он тоже суперский. И вот сейчас еще у кого жарко, тоже подойдет. Ну, вообще интересный, классный, достаточно легенький. А от чего осталась в восторге я? Мне безумно понравился Dolce Garden. Сейчас обновлю свои ощущения, потому что я их прям по порядку пробовала, эти уже несколько дней назад. Так, Dolce Garden. Да, он вкусный, он классный. И здесь есть... Вот кажется, что он какой-то цветочный, но нет, здесь есть какие-то нотки такие интересные, девчонки. Прям вот даже какие-то гурманские, я бы сказала. Он шлейфит обалденно. Вот он шлейфит обалденно. И прям красиво. И цветочки вроде есть, и нотка зеленушечки, но в то же время вот какая-то изысканность и красота. Они настолько многогранные, вот я не могу вам сказать, допустим, чем каждый из этих ароматов пахнет. Они многогранные, но они все красивые. Мне безумно понравился третий, вот этот Only One. Девчонки, он вообще шикарный. И мне кажется, он самый стойкий из всех.
Я его на одежде ощущаю до сих пор, хотя несколько дней уже прошло, представляете? И у него безумно крутой шлейф. Вот как Дольче Габбана императрица, так и этот Only One, первоначальные ноты совсем другие, нежели шлейф. Вот эти два аромата из всей этой подборки Only One, императрица, вот они меня цепляют именно шлейфом. То есть конечными своими нотками я прям в диком восторге. Мне очень понравился Only One. Если будет возможность, я обязательно себе возьму полноразмерку. Вот буквально сегодня тестировала последний аромат. Это Parfum Intense. Он тоже очень красивый. Он прям очень красивый. Он интересный. Он подойдет на холодное время года. Он у меня сейчас до сих пор на руке. Я его чувствую. Он богатый, интересный. Он какой-то, не знаю, незабываемый. Он насыщенный, он вкусный. Поначалу тоже какие-то гурманские нотки прослеживаются. Потом они выветриваются. Чувствуется какой-то обалденный осенний коктейль. Вот, не знаю, как еще по-другому описать. Ну, в общем, мне безумно подборка понравилась. Я люблю вообще этот формат очень, потому что можно потестировать. Смотрите, заходите на сайт Рандеву, если какой-то аромабокс хочется. На них очень часто бывают скидки. Еще плюс с промокодом 10% выходит довольно бюджетно. Пробников вот этих девчонки, их прям хватает надолго. Я вот один аромабокс взял и на осень точно хватит, потому что объемы большие, и распылитель тоже формат удобный. Из распылителя все-таки парфюм звучит не так, как из пробника с палочкой, скажем так. Так, ну все. Всю информацию вам, как всегда, оставлю в инфобоксе. Поехали дальше смотреть покупочки. Покупочки Wildberries и Озон. Так, это у нас Озон. Все время сейчас там заказываю Зеву Делюкс. Девчонки, 300. Какие 300? 216 рублей по акции была Зева Делюкс. 216, да, по-моему. Короче говоря, 12 рулонов трехслойный. Вообще, вообще копеечки. Просто копеечки. Поэтому беру в запас всегда класс. Так, дальше одежда. Заказала много одежды. Девчонкам в Телеграм на своем канале бросала ссылочку. Пока еще идет распродажа. Распродажа детской одежды. Вещи от 100 рублей, девчонки. Вот это вот толстовочка Криски. Сегодня девочкам тоже снимала. В Дзене ролик есть, как она смотрится, как сидит все на Кристюше. Так, эта толстовочка 246 или 267, как-то вот так вот. Ну, в общем, вообще копейки. Она ей великовата, но смотрится оверсайз супер. Мы рукавчики вот уже подворачивали, она ее померила, не хотела снимать. В разных цветах она там есть, размеров мало осталось, разбирают быстро, естественно, за такие деньги. Смотрите, какая тепленькая. Вот такая вот классная, большой капюшончик вот такой. И сзади она тоже красивая. Я хотела немножко другого цвета, но там только... Это 110-й, кстати, размер. Крис далеко не 110-й, но смотрится свободно. И еще на год точно хватит. Даже на два, я думаю. Сзади вот такая вот тоже она красивая. Тепленькая, классная, смотрится свободно. По длине тоже смотрится стильно, красиво. Прям понравилось. Это вот наткнулась на распродажу бренда. И там прям все за копейки. Еще идут толстовочки, штаны. Сегодня померяем. Пойдем, уже пришли. Если подойдет, тоже вам все покажу. Вот этот бренд. Я вам, наверное, ссылку прямо на распродажу оставлю. Если она еще на момент выхода видео будет. Но я думаю, будет. У них достаточно много еще. Я смотрела, сегодня вещей осталось. Я еще заказала. Я еще заказала, потому что дешево. Еще взяла толстовочки. И, по-моему, три штуки. Придут, померяем. Пусть лучше будут, потому что растет ребенок быстро. Вот этот диван, это какой-то магазин на Озоне. И вот штанишки. Тоже чуть-чуть великоваты, но не критично. Можно подвернуть такие вот. Много пришло штанишек, померили и решила вот эти, потому что здесь не обманка, то есть на животике можно утянуть, помимо резинки еще веревка как бы рабочая, темно-синие, вот такие вот кармашки, штаны, по-моему, 206 или 216 рублей. Внизу резиночка, можно, если что, подвернуть, ходить нормально, чтобы на весну хватило. Такие хорошенькие штанишки, тоже классненькие, прям качество нормальное, и по плотности они такие средненькие, не с начесом, конечно, как, но футер, по-моему, даже трехнитка. Сейчас, девочки, вот так, классно. А тут материал, кстати, есть. Ну, просто написано 100% хлопки. Красота. Это Wildberries, это блоки для унитаза. Сейчас распакую. Это самые любимые блоки Domestos. Когда они бывают по скидке, я беру исключительно их, потому что на 2 недели блока хватает точно. Бреф хватает на неделю. А если совсем дорого, нет на них скидки, в крайнем случае могу взять бреф. Здесь 3 штуки 290 рублей. Вот когда они по такой цене, я всегда беру, потому что, ну, потому что дешево, потому что классно, и они долгоиграющие. Их прям реально надолго хватает. Разные беру. И желтенькие брала, и еще какие-то, их, по-моему, там 3 цвета, розовые, еще какие-то. Пахнут здорово, хватает надолго, и чистота, и все. В общем, все в ажуре.
покупочка. Валберс, девчонки, это леггинсы. Леггинсы Ксюшки к школе на физру. А может быть и так, ходить с какой-нибудь красивой белой кофточкой. Очень бюджетные, но хочу сказать, что мы их уже посмотрели, качество прям порадовало. Единственное, что вот тут вот надписи есть, но я думаю, это не очень критично, в принципе, все нормально. Так, вот этикеточку показываю. 95 хлопок, 5 эластан. Они, девчонки, очень мягкие. Они безумно мягкие, очень приятные. На ростовку 164 я взяла, пусть лучше будут с запасом. Резинка, кстати, пришита. Вертеться она не будет. Она прям вот такая вот широкая, но она пришита. Это очень хорошо. А, это детская линейка. Вот 164-ю ростовку взяла на всякий случай с запасом. Они прям очень-очень мягенькие. Мне безумно понравилось. Тянутся тоже очень хорошо. Внизу вот так вот сделано. Такие вот леггинсы. Прям мягенькие-мягенькие. По плотности такие средненькие. Вот средненькие. То, что нужно. Прям не прогадала. Отзывы хорошие были. Так что смело могу рекомендовать. Ну и на этом все. Мои хорошие, надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.